Я пришла к Ярославу. Ярослав у нас жонглирует, стоит. Меня научите? Да, конечно. Берите мяч. Что это за мяч? Что-то в нем внутри есть. Внутри на самом деле кварцевый песок, потому что большинство спрашивают, что там внутри мяча. Первый же вопрос. Это мяч для жонглирования, специальный мячик. Выглядит как обычный мячик, но предназначен именно для того, чтобы его подбрасывать и ловить. Надо научиться сначала подбрасывать и ловить? Ну, обычно взрослые сами бросают и ловят, с этим проблем нет. Подбросил, поймал. А вот дальше начинаются уже особенности. То есть нужно не просто подбросить, а нужно подбросить в точку. Представляем точку, и нужно бросать в точку. И все классическое жонглирование, оно строится вокруг того, что мы не просто бросаем, а очень точно бросаем. В целом жонглирование, оно оптом развивает несколько полезных навыков и качеств, которые необходимы. Какие это качества? Ну вот в данном случае, в этом упражнении, мы как раз развиваем чувство пространства, ориентация в пространстве. Также мы развиваем зрение, глазомер. Сколько это нужно тренироваться, чтобы мячи перестали падать? Мячи падают даже у самых крутых жонглеров, даже у чемпионов мира. Это самый нестабильный вид циркового искусства. По поводу падения мячей вообще не стоит заморачиваться. Да, супер, отлично. И тут нужно думать о втором броске. Самое главное, это второй. То есть не первое, вот. Еще второе. И думать надо. Я думала, руками помахала думать и пошла. Надо, да. А дома-то чем можно начать? Ну, не у всех ведь есть такие мячи. Да. Но если мячей нет, можно взять, например, что-то мячеобразное. Например, зеленые теннисные мячи. Апельсины, яблоки. Апельсины, мандарины, яблоки. Все, что вот примерно такой формы. Угу. Пойдет. Даже скажу больше, если это всего лишь принцип, мы мячами начинаем, потому что их удобно руками держать. Но если мячами получилось, то можно, например, жонглировать чем-то кольцеобразным. А чем еще вы жонглируете? Вот мячи, кольца? В классическом жонглировании вот эта триада стандартная – это мячи, кольца и булавы. Булавы еще сложнее, чем кольца. Они не просто подлетают наверх, они еще крутятся вокруг себя, и нужно еще рассчитать обороты. То есть булава летит, и нужно ее бросать точно, нужно ее ловить точно, и еще и контролировать обороты. Вот то, что мы делали двумя мячами, можно делать любыми предметами. То есть, ну, это кроссовка, это как булавообразная фигура. То есть можно то же самое делать кроссовкам, например. Но мы учимся на, ну, тренажеры у нас такие, вот. Это классическое жонглирование. Оно дает принципы, как можно взаимодействовать с предметом, как манипулировать предметом. В более широком смысле жонглирование – это манипуляция предметами. Чем это полезно-то для нас? Ну вот научились мы перебрасывать предметы, вот они у нас красиво летят, мы ничего не роняем. Для нашего тела, для нашего… Жонглирование – это веселое хобби. Потому что как только начинает получаться, вот как только вы поймаете, подбросил, подбросил, поймал, поймал. Как только получится, сразу, по-моему, эндорфин это называется. Выброс гормона удовольствия, да, вот этого. Да, гормон удовольствия сразу появляется. Такой, о, у меня получилось, вот это вот состояние возникает. И первый месяц занятий практически чем угодно, и там после каждого занятия, после каждой тренировки идешь, и в таком воодушевленном состоянии, потому что у тебя что-то новое получилось, ты в жизни до этого не умел делать. Все, сейчас сюжет закончим. Я пойду в магазин за мандаринами. Угу, такое занятие интересное. Пусть и не все сразу получается.